Сломанные деревья, перевернутые мусорные контейнеры и в довершении ко всему яма-окоп. То ли игра в войнушку, то ли братская могила, цель, с которой так упорно кто-то выкопал яму прямо посреди пляжа, не ясна. Зачем тратить столько сил? И кому это надо? Ответов на эти вопросы не найти. На пляж приходят отдыхать с маленькими детьми, которые могут ненароком скатиться в яму и покалечиться. Но горе-копателей такие мелочи не беспокоят. А для того, чтобы сломать деревья, пришлось немало потрудиться. Но, видимо, сила есть, ума не надо. А уж выворачивать мусорку – совсем непонятное действие. Видимо, что-то потеряли и никак не могли найти. А вот то, что потом приходится заново все это собирать – это уже не их проблемы. Здесь во время организации пляжа были все указатели, все вывешено, отлично оформлено. Кому-то не нравится. И я даже не знаю, не понимаю тех людей, вот, которые для них же все делается, они вот такую подлость совершают. Обидно, когда стараешься изо всех сил, и такая вот ситуация получается. Наверное, подлость, ее ничем не исправить. Она дается культурой семейной прежде всего. Многие отдыхающие также возмущены таким поведением и отношением к территории пляжа. Неприятно, конечно, когда приходишь на пляж и такое творится. Конечно, за это надо наказывать. Может быть, камеры установить, чтобы можно было выявить, кто это все сделал. Плохо, конечно. Творят, что хотят. Если только рейды какие-нибудь устраивать, чтобы все за порядком следило. Конечно, негативно. Деревья ломать и мусор выбрасывать из контейнера. Знают же все равно, что потом будут убирать все. И действительно, зачем напрягаться и думать? Главное, что им весело. И кто потом будет за ними все это убирать, не имеет значения. А между тем, Десногорск – это наш общий дом. И то, каким он будет, зависит от каждого из нас.